Друзья, всем привет! Это игра «Злые птички, спасите любимую!» Итак, начнем! Вперед! Вот такие злые свинки украли хорошую розовую птичку. И наш герой, красная птичка, будет сражаться. Итак, друзья, начнем. Вот первый свин на нашем пути. Получай, свин! Ура, друзья, мы выиграли. Играем дальше. Что тут дальше? Ага, какая-то летающая бомба. Ну ничего, мы справимся. Нет, не получилось. Надо все-таки подождать, чтобы бомба пролетела. Вот так. Ура, друзья, все у нас получилось. Ой, теперь вот здесь эти свинки. Ничего, сейчас мы с ними справимся. Вот так. Почему-то не долетели. Ничего, сейчас мы справимся с ними, с этими свинками. Итак, друзья, попробуем сначала. Итак, начнем вот так сильно вперед. Вот так. Первую свинку. Сейчас попробуем вторую свинку. Вот так. Немножко не долетели. Ничего, сейчас справимся. Так, где это наша птичка? А, вот она, птичка наша. Сильно вперед. Ура, друзья, получилось. Только почему она упала, непонятно. Ну ничего, сейчас мы справимся. Вот так сильно. Вот так сюда выпрыгнули. Сюда мы выпрыгнули. А сейчас на вот этого третьего оставшегося свина вперед. Вот так. Ура, друзья, все у нас получилось. Итак, играем дальше. Ага, тут даже какой-то телепорт есть. А как же нам этот телепорт? Ага, вот так, когда будет напротив свинки. Вот так как-то. Вот так, да, получилось. В телепорт нырнули и выиграли. Ага, сейчас мы с этими свинками разберемся. Вот так. Ой. Ага. Нельзя падать с этих блоков, оказывается, еще вот такой нюанс. Ничего. Так, с этой свинкой мы справились. Теперь с второй. Ой. Ну, слишком сильный был удар. Надо немножко легче играть. Первая свинка готова, но мы упали. Значит, надо между свинок. Вот так. А мы отпрыгнули от первой свинки. И упали. Да, это было смешно. Угу. И тут мы тоже упали. Значит, надо немножко вверх. Вот так попробовать. Вот. Ну, тоже почему-то не получилось. Но, друзья, я думаю, у нас все получится. Это слишком легко было. Ничего. Это, значит, будет пробное видео. Пока вот так с первой свинкой. Второй. Ай, она упала где-то. Вот так. А теперь вот так. Получилось, друзья. Справились вот этой с птичкой. А теперь осталось с вот этими ящичками разобраться. Вот так вот, ура, получилось. С одним ударом двух свинок получилось завалить. И теперь вот сюда. Получилось, друзья. Так, ох, какие тут мощные ящички. Но ничего, наш герой сейчас главный разбег. Вот так. Да, как-то так. Теперь вот так. Первая, вторая. Ух ты, молодец. Одним ударом двух свинок. Так, тут какие-то шары. Ну ничего, в любом случае нужно сильно прыгать. Вот так. Ну, как-то вот так, но не до конца получилось. Но шар мы сдвинули. И этот шар должен раздавить свинку. И что? Да, получилось, друзья. Главное хотя бы сдвинуть шары. Вот так. Ура, друзья, получилось у нас. Ой, что это такое? Куча телепортов. Ну, попробуем.
Первый телепорт, второй телепорт. Ага, здорово, здорово, друзья. Получилось довольно-таки прикольно. Ой, это что такое? Какая-то кнопка. Ну, попробуем. Главный разбег. Ай, ха-ха-ха. Перелетели немножко. Возможно, есть смысл напрыгнуть на вот это бетонное возвышение. Немножко не допрыгнули. А если взять и одним махом попробовать со всей силы и вот так. Вот. Да, получилось, друзья, получилось. Одним движением. Ой. Это что за бомбы такие интересные? Ну хорошо, сейчас вверх пойдет, и мы прыгнем вот так как-то. Да, получилось, друзья. Теперь эту свинку. Так. Вот так, теперь попробуем сюда наверх. Ха-ха-ха. Справились. Так, получилось, друзья. Теперь надо со всей силы прыгнуть вот сюда, вот так. Друзья, да, все у нас получилось. И наша красная птичка справилась с этими свинками. Так, вот только что с этим сейчас делать? Ага, вот как интересно. Вот, с этой свинкой мы справились, а с другой не справились. Так. Ага, вот, получилось. Сбил планочку и теперь свинка. Ой, а что же с этой свинкой в шлеме делать? А-а-а-ха-ха-ха. Это было смешно. Попробуем хотя бы ее скатить, возможно, получится. Вот так. Да, друзья. Эту свинку нельзя было уничтожить, ее только можно скатить. А сейчас мы попробуем вот так скатить. Не понял. Почему-то не получилось. Вот так. Да, ага. Друзья, вот получилось с одним свинкой в таком шлеме. Сейчас пробуем с другой свинкой в шлеме. Да, отлично, друзья. Все получилось. Так, что у нас тут такое? Так, все свинки с шлемами. А как же нам их поуничтожать? Ага, вот динамит какой-то есть. Понятно, понятно, догадываюсь. Надо сначала сбить наши птички. Вот так. Нет, не получилось. А, возможно, динамит столкнуть. Динамит столкнуть вот так, возможно. Да. Вот, да, друзья. Именно так и должно это быть. Итак, сбиваем динамит. И надо свинку поближе к динамиту подвинуть. Ну все, у нас все получилось, друзья. Так, вот, теперь попробуем нашим шептичка сбить вот эту кучу свинок. Хороший разбег, вперед. Так, нет, только с одной свинкой справились. Возможно, есть, надо сверху напрыгнуть. Попробуем. Вот так как-то. Да, получилось, друзья, получилось. Пробуем дальше. О, это какой-то энергетический шарик. Попробуем его взять, что получится. Прыжок. Ага, вот как интересно. Он разделилась, наша птичка, на две птички. Как бы какой-то клон вот такой создался. Ага. Интересно. Теперь главный разбег и прыжок. Ой. Это уже был, наверное, слишком сильный прыжок, потому что нас почему-то выбросило. Ага, ну можно, конечно, и ящички сдвинуть. Ой-ой-ой-ой. Что-то наша спичка зависла. Хорошо. О. Что-то зависло. Ничего. Главное, что мы с этими свинками разобрались. Так, играем дальше. Что тут у нас такое? Ну, с этой свинкой очень просто. Давай, давай, давай. Ой. Так, что-то наша птичка немножко зависла. Ох.
как-то так интересно играть, что она не падает. Так, давай, 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 печка. Хм, какой-то, наверное, глюк игры. Сейчас, сейчас. Вот, получилось, друзья, получилось. Так, посмотрим. Ага, вот какая-то куча телепортов. Попробуем сюда запрыгнуть. Сюда, сюда, сюда. Вот, друзья, получилось. Разобрались и с этой свинкой. Что же нас вот там дальше? Ой, ужас, тут куча свинок и все с шлемами. Как же нам с ними разобраться? Да, это непростое занятие. Так, вот. Вот, ага, вот столкнул две свинки. Вот, 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 вот так. Будем расталкивать, сбрасывать. Сбрасывать, сбрасывать, сбрасывать. Сбрасывать. Вот так, вот так. Вот так. Да-да-да, друзья, все получается. Надо вот этих свинок сбрасывать. Тогда мы сможем выиграть. Вот так. Пробуем, сбрасываем, сбрасываем. Сбросили всех свинок, и мы выиграли. Да, интересный уровень. Ой, друзья, тут какие-то все же продолжаются телепорты. Попробуем запрыгнуть. Вот так, есть. Так, с первой свинкой разобрались. Так, сейчас, 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 сейчас. Ну, ладно. Вот так. Ой, 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 ой. Ага, ну, или так, тоже вариант. Так, тоже вариант. Ну давай, свинка, лети. Вернее, не свинка, птичка. Так, друзья, получилось. Благодаря глюке игры мы выиграли. Стоп, а где же наша красная птичка? А, вот. За этой надписью ей плохо видно. Вот так. Ага. Что же делать? Ага, вот. Столкнули и птичку, и динамит. Сейчас они взорвутся. Вау! Одним взрывом... А, одну свинку. Думал, две свинки получится уничтожить. Ага, друзья. Придется заново переигрывать, потому что эту свинку можно уничтожить только динамитом. Попробуем, друзья, попробуем. Вот так. Вот так. Угу. Вот так сейчас вместе толкнем первую и вторую свинку. Вот так. Вот так. Толкнули первую свинку. Вот. Первая была уничтожена. И вторая возле динамита. Ах, как. Какое недоразумение. Опять не зацепила взрывом вторую свинку. Ничего. Очень сильный взрыв. Возможно... Ага, давайте, друзья, попробуем перепрыгнуть. И сначала с первой свинкой разобраться. С вот этой свинкой разобраться. Вот так, да. Вот, вот. А теперь с вот этой свинкой разобраться. Вот так, друзья. Ай! Вот так свинку до взрывчатки. Ура, друзья, получилось. Подорвали вторую свинку и смогли пройти. Ура, друзья, вот это уже, скорее всего, конец наших приключений. Ай-яй-яй. Вот так. Только глюк игры опять какой-то. Ну давай, птичка, давай. Вот. Не получилось. Давай быстрее, птичка. Быстрее, быстрее, быстрее. Да, да, друзья, получилось. Допрыгнул. Итак, друзья, все уровни пройдены, пройдена игра. Понравилось? Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока-пока.